Дорогие абитуриенты, рады вас приветствовать в стенах Университета управления правительства Москвы. Галина Алексеевна Сульдина, заведующая кафедрой государственного управления и кадровой политики, доктор экономических наук, профессор. Наша кафедра реализует образовательные программы управленческого профиля. Это управление государственными услугами, управление персоналом, корпоративное управление, управление персоналом в международных организациях, компаниях и дипломатических представительствах. Мы будем очень рады видеть вас на нашей кафедре, на наших программах. Удачи вам! Ждем вас!